Елена, с большим удовольствием хотим пообщаться с вами. Расскажите, какую компанию или услугу вы представляете? Я представляю компанию «Артим», оптовая компания. Расскажите про локомотивные продукты вашей компании. Вы знаете, локомотивные продукты в нашей компании, расскажу вкратце, да, то есть у нас где-то 15 тысяч наименований нашей продукции, и наша продукция эксклюзивна, потому что наша команда дизайнеров создает уникальные дизайны, уникальные вещи, которые мы выпускаем на рынок. Как вы думаете, какие на сегодняшний день существуют тренды в развитии услуг товары для дома? Тренды? Тренды, может быть, какие-то интересные идеи, может быть, какие-то новые решения, может быть, применяются, внедряются какие-то новые технологии. То, что касается новых дизайнов, которые делаются на рынке, да, то есть вся Европа, в принципе, дает новый толчок к этому. Но помимо всего этого, я вам могу сказать то, что касается трендов, да, ну, пастель, функционал, который на сегодняшний момент очень интересен и нужен нашему покупателю. Это самое главное, которое должно быть. То есть качество и цена. Вот про цену как раз тоже хотел бы задать вам вопрос. Аналитики говорят о том, что у нас снизилась покупательская способность. Что делают на сегодняшний день компании для того, чтобы удержать существующих клиентов и привлечь новых? На сегодняшний момент могу сказать то, что мы все, наверное, боремся с этой, скажем так, проблемой на сегодняшний момент. Но только чисто индивидуальный подход каждому покупателю, помимо того, что давать только тот продукт, который интересен, который имеет хорошую оборачиваемость на рынке, вот, и привлекать своей только уникальностью. Мы хотим пожелать вам, чтобы эти 3 дня прошли для вас максимально эффективно. Пусть клиенты, которые с вашим бизнесом еще не знакомы, обязательно вас найдут и станут партнерами на долгие года. Спасибо большое. Это очень важно для всех, я считаю, то, что пожелаю удачи, потому что самое главное, чтобы долголетние контракты жили, и мы рука об руку шли об этом. Поэтому это самое главное для нас на сегодняшний момент. Спасибо.